Так, ага, ну-ка еще дальше подвигайся. Поймал. Ну, ты всего два, да? Две этих. Вот так сразу двигаете, чтобы место то это свободно. Так, трамвай тоже сядет, а дальше тебе будет, надо шевелиться. Молимся. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь ты, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Прибудь с нами, дабы мы не уклонялись ни влево, ни вправо, но следовали строго по окровленным Твоим стопам. Господи, избавь нас от демонских навещаний. Избавь нас от всего вредного для души, для ко спасению нашему, Господи. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аминь. Не, я никуда не буду двигаться. Садись сюда. Не слушай ничего. Сами себе двигайся. Ради сестры, но по форме, как наблюдатель. Четыре сестры сегодня у нас. Ладно, хватит уже, все. Сестры, к вам. Четыре сестры. Причем пожилые. Юбки выше норматива. Ну, имейте в виду. И помните, что когда вы кланяетесь, у вас сзади-то выше. Вы их вот сзади сделаете еще ниже, чем... Вспомним их поименно. Давайте, вспомним слово святым. Давайте, пусть сами. Кто они? Сами подумайте. Они не узнают. Это бесполезно. Говорите конкретно. Конечно. Конкретно говорите, кто и все. Да ладно тебе. Адвокат. Адвокатство начинается. Конкретно вот ты, у тебя. И окажется, что просто что-то забыли поправить и так далее. Сразу. Помните, как с Раисой Николаевной было? Брат, ведущий один. Пока бегал, она раз, все нормально стоит. Молодец. Сегодня я к ней замечаний не имею. Отлично. Ладно. Просто имейте в виду, сестры. Ну, неудобно говорить про это мне. Понимаете? Мне тоже. Мы с вами добрый товарищ. Овалящий товарищ Петров. Татьяна Кузьминична. Николаю. Ну, Агафья болеет у нас. Да, и да. Это Татьяна Александровна позвонила, колени очень болят, не могла идти. Кто? Татьяна Александровна. Татьяна Александровна. Да. Агафья. Ну так остальные все. Мария, Раиф. Здесь, слава Богу. А Анна Кузьминична, ну вроде они ничего, но что, и у них и давление поднимается, и все. И, так что их, за них все время надо болеть. Молиться. Ну и за Андрея надо молиться, до нашего. Вот он похудел сильно, а что? Он очень скромен, но я думаю, что надо к нему это обратить внимание на свое здоровье все-таки. Думаю, вообще этого. Заболевание. Вот белок такой сейчас, пшеницы это. И хорошее. Вот то, что из пшеницы, да, нельзя есть. Вот тем, кто... Некоторые ничего людям, а некоторые вот это вот заболевание, я не знаю, как оно называется. Селяки. Да. И вот надо ему провериться ими обязательно. Ну, нет, это у него проявилось бы гораздо раньше, не в таком возрасте. Да у Андрея. Как раз это парад я прослушала. Ну, подумаем. Хорошо, что напомнили об этом. Подумаем об этом тоже. Русь, матушка. Прошу помолиться о дочери. Дочь прихворала, не будем уточнять, как и что, но помолитесь она. Все геологи и все футбольные тренеры, как один. А Настя, робот, значит, прошу всех молиться
с благодарностью Господу, что мы вот как бы нашли тот метод лечения, который ей помогает. Может быть, мы обойдемся без того метода, который мы думали, что придется ехать в Новосибирск, который дорогостоящий метод это лечение. Поэтому пока вот эта барокамера помогает достаточно хорошо. Правда, возник некоторый конфликт с заведующим отделением. Вот. С лечащим врачом мы все это обговорили, и я взял историю, пошел в отделение гиперборической оксигенации, там договорились. Все там решили вопросы, она начала получать, а вот был обход с заведующим отделением, она пожаловалась, спросила заведующую, как у тебя там болит? Да вот у меня болит там, когда вот я в барокамере. Какая барокамера? Кто разрешил? Ну, в общем, возник конфликт, поэтому я обратился ко всем с молитвенной помощью, за молитвенной помощью, слава Богу. Ну, я не пошел к ней, потому что не стал дразнить гусей. Думаю, что Господь все сам уладит, и она так, наверное, и вышла все. Потому что с лечащим врачом мы все это обговорили. Ну, если там возникнет, я все-таки попытаюсь еще в понедельник с ней поговорить по этому поводу. Вот, я думаю, что все уладится. Состояние отразительно просто изменилось. И слава Богу, благодарите Бога, что все так вот Господь уладил. И молитесь о рабе Татьяне, заведующей отделением, и раба Марина. Лечащий врач. Ну и благодарить надо Бога эту Людмилу, которая была, у нее консультировала по поводу третьего курса химиотерапии, которая сказала, мы тебя убьем, и поэтому мы лечить тебя больше химиотерапии не будем. Если мы будем лечить, то просто ты не выдержишь это лечение. Так что за все надо благодарить Бога. Она-то расстроилась, что все, теперь мне конец, перестали меня лечить и все прочее. Там, что был у нее такой срыв, там... Не дождется. Не дождется. Мучить будем до конца. Так что такие вот дела. Слава Богу за все. Ну и непременно помните всегда, несите на крыльях молитвы брата нашего Сергия из Воронежа и его маму Татьяну. А болящих все? Все, да. Можно еще поблагодарить хотел? Поблагодарить за молитвы. Не знаю, ну кто-то вспомнил обо мне. В общем, с работой у меня было там так все не очень. Вызвали там меня, докладную записку написали на новой работе на меня, что я не соответствую, некомпетентен. И причем один значит, закончил политехнический университет автомеханика, а другой железнодорожник. И они судят геолога. Я говорю, у нас Россия, матушка, все адвокаты, все геологи, и все знают, короче. Учиться без, не надо нигде. Просто ты будь где-то, чьим-то знакомым, или деньги имей, и ты все знаешь уже, тебя везде слушают. Так что, ну так получилось. Я думаю, по вашим молитвам, я тут приезжал еще к Игнату Тихоновичу, попросил помолиться его. И в этот же день разрешилось, говорю, зарплату всю отдали. Слава, у них там совещание было по мне, я так понял. И потом они решили со мной просто не связываться. Потому что договор там трудовой, видать, всего. Я отработал там 2 месяца, зарплату, короче, выполнил, и все. Ты уволился? Да, я уволился оттуда. Там это невозможное состояние, просто я первый раз так попадаю. Ну, попадал, конечно, но чтобы так, чтобы меня не любили из-за бороды, за то, что я верующий, это прям так явно все. Так что... Слава Богу, аллилуйя. Да, помоги, Господи, всем. Не попадать в такие ситуации. Ну, пока вот, сестра, объявление у нее есть. Никита у нас в армию уходит. Уезжают лично они с воскресенья на понедельник ночью в Амурскую область, город Белогорск. Амурская область. Нет, против вас прихода. Ну, пограничники. Своеобразное воздушное пространство. Так что молитесь о брате нашем, Никите, чтобы у него там все было, у него получено. Даниил Степановна, слово. Сегодня понедельник, воскресенье понедельник. Я хотела бы сказать, что... Тихо. Я хотела бы сказать о том, что вчера было немножко нас Игнатий Тихонович собрал и сделал замечание некоторым. И в первую очередь, вот я, что касалось меня, я, конечно, замечание сделала, ну, как бы правильно, я просто об этом и не подумала. Я вот очень виновата, и я сказала, говорю, меня просто, ну,
Околдовали? Нет. Приказали. Меня... А? Мне приказали. Да, мне приказали. Слово я употребила такое. А теперь дальше кто? Нет. Никто не приказал. Это просто да просили. Нет, вы сказали, Лена. Просто просили меня. Просили постоянно. Ну и я думаю, ну надо, раз спросят, надо. Но у меня не хватило вот разумения позвонить и посоветоваться хозяину этого дома. То есть мое бессоветие вот это. Я прошу прощения у Игнатия Тихоновича. За бессоветие, за мое, я виновата. Простите меня ради Христа, Игнатий Тихонович. Так что вот. Командир, мир вам. Так, ну, я думаю, что время сейчас для того, чтобы мы почитали толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Брат Сергей. Можете подарить. Идти сюда, толкование Святого Евангелия. Конечно, хороший. Мне нравится. Надя Белогорск. Подожди. Сейчас давай сначала слушай, потом все остальное. Да уже начал. Ну пусть сказали. Хороший. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки. Евангелие. Глава 16 стиха. Кто интересуется Библией, приходите сюда. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающий вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. Толкование. Равным образом, с другой стороны, не хвалитесь и не превозноситесь тем, что некоторые слушают вас, ибо это не ваше дело, но моей, с большой буквы, благодати. Лука 10, глава 17 по 20 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Толкование. Господь сказал им: Не дивитесь тому, что бесы вам повинуются, ибо начальник их давно низвержен и не имеет никакой силы. Хотя для людей это и не было видно, но для меня, большую букву, созерцающего и невидимое, это было видно. Как молния спал с неба сатана, потому что он был светом. Архангелом единицею, хотя теперь и стал тьмой. Если же он спал с неба, то рабы его, разумею бесов, чего не потерпят. Простите. Если же он спал с неба, то рабы его, разумею бесов, чего не потерпят. Все даю вам власть попирать силу его, ибо змеи и скорпионы суть полки бесов, присмекающиеся долу, и те из них, кои язвят более видимым образом суть змеи, а те, кои более скрытым образом поражают суть скорпионы. Например, без блуда и убийства есть змей, ибо он побуждает на видимые злодеяния. А тот бес, который под предлогом болезни, например, преклоняет человека пользоваться банями, благовонными мазями и другими негами, может быть назван скорпионом, так как он имеет скрытое жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшего его ввести в большее преступление. Но благодарение Господу, давшему власть наступать на них. Впрочем, научая учеников не высокомудрствовать, Господь говорит:
Однако ж не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, ибо от сего получают благодеяния другие, именно получающие исцеление. Но более радуйтесь тому, что имена ваши на небесах написаны не чернилами, но Божьей памятью и благодатью. Дьявол спадает с неба, а люди на земле живущие написываются на небесах. Итак, истинная радость в том, что имена ваши написаны на небесах и не забываются Богом. 21 стих. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Толкование. Он благодарит Отца за то, что такие таинства утаены от мудрых, то есть фарисеев и книжников, истолковавших закон, и от разумных, то есть учеников этих же книжников. Ибо кто учит, тот мудр, а кто учится и понимает уроки, тот разумен. Например, Гамалиил мудр, а Павел разумен. Ибо первый учитель, а второй разумеет то, чем наставляет первый. Господь называет учеников своих младенцами, потому что они были не из искусных в законе, а были избраны большей частью из простого класса народа и из рыбарей. Впрочем, они могли быть названы младенцами по их незлобию, а те, фарисеи и книжники, не были настоящими мудрецами и разумными, а только казались. Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Братья и сестры, у меня еще вот просьба. Такая ситуация в нашем отделении возникает. Значит, мы 30 лет работали в том отделении, в старой краевой больнице, где, в принципе, не было достаточных условий для настоящей нормальной работы. То есть не соблюдались такие санитарно-гигиенические нормативы, которые должны быть в нашем отделении. Поэтому угроза заражения инфекционными заболеваниями, как-то там гепатит, там, туберкулез и другие, она была большой, и некоторые сотрудники нашего отделения переболели туберкулезом в частности. Ничего себе. Вот. Теперь мы живем как бы в некоторых, ну, значительно лучших условиях. Кто бывал в нашем отделении, знает, что мы теперь живем значительно лучше, работаем в лучших условиях. Но в то отделение, в котором мы работали, в том здании, теперь находится судебно-медицинская экспертиза. Морг судебно-медицинской экспертизы. Это край, со всего края. Это утопленники, это повешенные, это травмированные, это все вот вся там. Я один раз побывал, это что-то ужасное. Просто это вот это какой-то кошмар. Как они там работают в таких условиях, я просто даже не представляю. Они раньше находились в помещении, где вот морфологический корпус напротив железнодорожной больницы, рядом со вторым роддомом. Ну и теперь там их выжили оттуда. Там была реконструкция, и там сделали всякие там залы для всяких там мероприятий, оттуда их теперь, вроде как они временно туда были, поселения, теперь их туда не возвращают. И ситуация складывается так, куда-то их надо определять, так вот решили, что к нам туда их и присоединить. То есть мы в наше отделение вот эту судебно-медицинскую экспертизу. Это что-то будет ужасное вообще. Понятно. Еще один вариант, значит, была уже, это было нечто неправдоподобное, чтобы главный врач пришел в наше отделение. Пацан Томми, да что там? Там же нельзя туда ходить. Вот. Но тем не менее она пришла, потому что есть распоряжение сверху, теперь у нас министерство края, министерство здравоохранения, не просто там министерство здравоохранения было, а теперь министерство. Так вот оттуда пришла депеша о том, что нужно как-то устроить вот эту судебно-медицинскую экспертизу. И напротив нас, значит, горбольница номер 5, это часть РТП, работников текстильной промышленности,
там есть, ну, такое патологоанатомическое отделение, которое достаточно в хороших условиях работает. Вот туда переместить, значит, медицинскую экспертизу, а их сюда к нам. Ну, что то же самое. Там в том отделении тоже двое, один из них сотрудников, значит, был моим коллегой, моим однокурсником, переболел туберкулезом и умер. А второй тоже там переболел, но живой пока. То есть там очень высока вероятность инфицирования этими инфекционными заболеваниями, заражения инфекционными заболеваниями. Санитарно-гигиенические нормативы не будут соблюдены, не то, что там каких-то хороших условий мы будем работать, а вообще никаких. Прошу помолиться, чтобы Господь устроил так, чтобы все это вот, все эти планы разрушились. Ну, просто невероятно будет работать в таких условиях. Раба Диана, главный врач нашей больницы. Ну, а Карлина вы знаете. Вот. Ну и Диана. Там, естественно, в министерстве там разные имена, в том числе Ирина. Ну, понятно, так что помните эти имена. Угу. Диана. Спаси Христос за ваши молитвы, за расположение. Супруга. Ну, супруга, слава Богу, реабилитационный период идет, вот, может быть, в отделение восстановительного лечения, ВВЛ, так называемое, договоримся, чтобы там восстановить дополнительно лечение, там, физиолечение и массаж, и прочие вещи. Еще у кого есть информация? Да нет. Да, да, конечно. Я хочу, братья и сестры, немного небольшой отчет сделать по тому фонду, о котором говорил Виктор Андреевич, на лечение Насти Дробот. Угу. Вами и другими людьми, в частности, это Наташа Приходько, просила людей у себя на приходе, чтобы собрали деньги на лечение Насти. Насте были собраны из Америки, присланы 65 тысяч. Плюс наша община собрала, я посчитала с теми, которые в этом... На этих выходных дали люди деньги на ее лечение 10 тысяч. Ну, у нас теперь на счету осталось 55 224 рубля. Остальное там у Виктора Андреевича, он там конкретно на ее лечение тратит. Подняли вопрос о том, что деньги есть, можно там улучшить жилищные условия. Говорю сразу всем, эти деньги направлялись целенаправленно на лечение. Я прошу вас не обижаться на меня. Мне конкретно сказали Насте этих денег не давать. Я даю эти деньги только Виктору Андреевичу, он целенаправленно покупает ей препараты, там еще какие процедуры. Возможно, потому что у нас сейчас ей хорошо, я ее видела в пятницу. Сестры, слава Господу, я очень удивилась. Она практически бежала ко мне. При всем, что ее там неделю назад штормило, она еле-еле спустилась, я ее минут, наверное, 10 ждала, пока она только спустится. Сейчас она довольно скорым шагом пришла. Слава Христу! Она очень довольна, очень рада. Спаси Христос Виктора Андреевича, что он вот такую идею... Слава Богу, что он вам в голову такую идею послал, Господь. И Виктор Андреевич все-таки настоял на этой процедуре, там вот в барокамере. Ее сколько процедур ей прошло, и сделали 4 процедуры, ей очень хорошо. Что будет дальше, надеемся, динамика будет положительна. Поэтому на эти деньги я прошу вас никак, даже ко мне не обращайтесь с этими вопросами, чтобы ей там что-то построить, туалеты и тому подобное, это не на те деньги. Хотите строить туалеты, улучшать ее жилищные условия, пожалуйста, отдельный фонд собирайте, я же вам за руки не держу, раскошеливайтесь, стройте. Ну вот так вот. Как бы в дальнейшем, Виктор Андреевич, не знаю, нужно ли собирать деньги, не нужно. Это вот Виктор Андреевич. Ситуация покажет. Вот сегодня мне Маргарита сказала, что Светлана Зайнутдинова звонила по поводу возможности лечения. Кто-то из Новосибирска, там какой-то священник имеет какие-то связи, и что он может даже устроить эту вот предполагавшуюся процедуру трансплантации микробиоты. Бесплатно. Но она нужна ли, Виктор Андреевич? Вот пока, я думаю, что мы пока об этом вопрос остановим, потому что сейчас положительная динамика на этом. То, что делают барокамеру, и там ей дают препараты для лечения конкретно, да, очень дорогостоящие, надо сказать. Крион среди них, препарат такой ферментативный для деятельности желудочно-кишечного тракта. И там еще другие препараты внутри для питания конкретно.
Так что слава Богу, благодарите Бога. Вот не забывайте, мы часто бываем просим, когда просим, то ой, дай, 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 помоги, Господи. А когда получили, забываем об этом. Да. Благодарим. Сколько по времени будет? Еще у нее 6 процедур, как минимум, то есть 6 дней. Еще недели, как минимум, а дальше там посмотрим, как будет. Еще? Игнатий Тихонович, вам слово. Алексей, возьми у него, а ты быстренько сбегай, под полокрой пали принеси. Я вчера детям обещал, а потом отнесешь. Все, ведь накинь на себя только. Так. Надежда торопится, я не по порядку начну. Деревня у нас находится Никита Колесников. Никита Андреевич. И в армию взяли тоже Никита Андреевич. Видите как? В одну, рядом живут и два Никита Андреевича. Так вот, Никите я наказ давал первый, самый главный. Ничего не изобретали. Понимаете, вот у людей есть талант. Ну, вот у меня один такой есть в интернете, Николай, кажется. Был такой, как его поменять. Он столько этих патентов имеет, отовсюду едут. И из любой щепки сделать, печь будет гореть. Из любой таблетки сделать, в походе можно разжечь. Что для здоровья, но непрерывно. Это наоборот. Что бы где ни прикоснулся, он кверх ногами сразу, кажется, топора бухом вместо того гвозди забивать острыми у топора. Я, ну, так образно говорю. Ничего нельзя нигде изобретать. Изучи то, что есть, что вот люди изучили. Посмотри и подумай, почему у нас эта картина? Почему там угол оторванный? Тебе хватит размышлять, и ты поймешь, что со стеной что-то там неладно. Или кто-то крепко дернул ее. Или незримо где-то там щель появляется вот из стенки. У него совершенно нет на это рассуждения. Помолитесь. Скажешь? Пойдет, сделает, с нежеланием. Не скажешь, перешагнет и пошел. Ну ты же видел, что дождь начался, вывешено белье, оно сейчас будет с пылью вместе, не видит. А это какой, который в армии или который здесь? Нет, который нет. Здесь. А который в армии, это она здесь, я расскажу тоже. Больше родителей знаю. Понятно. Ничего не изобретать. Вот я пришел, книги вот так вот, вот все это. Я вчера... Я не просто так, я молился об этом. Мне очень хочется познать путь, которым человек к этому идет. Психологический анализ сделать. И сестра, которая этим занимается, 14 лет она занимается книгами. Ей сказано было, кто, что свои берут, не то, что пачками брать, отправлять адреса. Все это никто и не знает, кто просит. А вот свой подойдет, и мне нужен вот такой-то том. Цены у нее на руках, и она может сделать. Друг... Она все это делает. Вчера она говорит. Я говорю, вот ты ходишь в двери, 14 лет, никогда ничего не делала. А она прям рвется показать, что вино нет. Ну вы же мне не сказали, что нельзя это перемешать. Я тебе не сказал, что нельзя грязью сверху поливать, поджигать. Я тоже не говорил это. Это естественно. Что я буду тебе, за кого считать? Умная женщина. Нет, я вот хотела как лучше. Откуда ты знаешь? Лучше, когда ты не знаешь как. Вот у меня идут нечетные. 1, 3, 5, 7. Здесь счетные, они вот так вот легко брать. Я смотрю, какой номер ушел. Беру половина сюда, половина туда. Ты же не делаешь этого. И она говорит, меня к этому подбила Надя Муха. Она сказала, тут что-то неправильно, они лежат. Ее сегодня нету, она, я вчера ее записала. Курявцу, Галину Николаевну. Как ты ее подбила? Мы сидели на собрании рядом вот здесь, вот так, где вы сейчас сидите. И я смотрю, лежит ток, 21-й, сразу 25-й. И я ей потихонечку маячу, говорю, смотрите, там они по порядку идут. Сейчас приедет Игнатий Тихонович, и опять каждый год, каждую осень он скажет, кто-то трогал. Она говорит, все, я поняла, я, говорит, все посмотрю и все сделаю как надо. И все, на этом разговор закончился. Все, как и надо? Слово надо, это вы и не знаете, не тот, я не говорю, другой. Не по порядку лежат, но вообще подтолкнуло. Через 5 томов и следующее. Я говорю, как-то совсем далеко, 21-й, 25-й, как они рядом-то оказались. Да, вот так и оказались. Так, мысль добрая, все, но как надо-то вы не знаете. Я с трудом нашел, какой том лежит. 8-го нигде нет. Вот он где 8-й. Я его нашел вот здесь, да под книжкой. Да. Я про это и сказал. Понимаешь, отсюда, туда, никто ничего не знает. Я тут прокладывал кое-как.
просьба очень, книгам не прикасаться, не облокачиваться, когда сидите здесь. В руки не брать, а то берут, а кто-то считал, как считать, эти книги на продажу. 600 тысяч экземпляров всего. Так, Володя, чтобы сильно не трогать, ребятишкам пока покажи, а потом зайди туда к ним. Не надо. Чем трогать? Посмотрите и все. Отвлекает. Может, видите, я пообещал котенка, там покатилась кошка. Володя, на кровать там пусти, чтобы походил, по кровати. Попроси выйти. Он чистенький. Чувствуется честно. Как книгам не прикасаться, не брать. Эти книги на подарки и на продажу. И представьте, что с пятыми гляжу на полке, а что? Да читали. Да что это? Это не библиотека, это магазин. В магазине книги не читают. Спрашивают, берут. Из 1000 экземпляров 600 только мы развезли сами в подарок библиотекам. А остается 400. Из них 150 подарил я здесь. Подарили не просто так. И что тут остается? Нам даже иной раз на почтовые расходы нету. Не трогать и не прикасаться. У меня кончилась книга стихи. Положил для того, чтобы только видели, что были. Прихожу, нету. И по сегодняшний день никто не говорит, кто взял. Кто взял книгу стихи? Их нету. Я посылаю только один раз в году. Послал на целую страну. На Испанию одну, на Австралию одну. Все. У меня еще есть они там, около десятка. Но только на страну. Больше нету их. Кто желает переделать. Теперь у меня 4 тома стихов по 800 страниц. И все строчки заполнены. Представьте, это книги вообще. Я пошел издать, хотел, и не тут-то было. Сразу за 2,5 миллиона шагнуло. По сегодняшним ценам, вот это вот, что я издал, примерно 53 миллиона. Это понятно, что не мои деньги. Мое только то, что я туда вошел и вложил. Значит, ты подбила, но ты сейчас спросила, я буду говорить о тебе, а хорошее или плохое? А ты даже засмеялся, муж. Или кто-то тут сидит. О хорошем. И вышла и говоришь, что вот это около храма углярка. Чего она тут, углярка-то? Убрать ее? Я говорю, нет. Ты как смотришь? То, что края не подрезанные у паранита, а это запасной, внезапно уголь кончается, это у нас НЗ, неприкасаемый. Чтобы протянули хотя бы дня три, пока завезем уголь. И кроме того, кто приезжает к нам сюда, а нас нету, они туда, там дождь не попадает, и отсюда берут это, ну, заначка какая-то. Но она на этом не остановилась, я вроде бы убил. А вот это вот дрова у вас там где-то, ну там доски лежат. Я Володе говорю, Володя, давай-ка мы все перетрясем. И мы перетрясли, благодаря твоему указанию, все сдвинули, ненужное гнилое перерубили, сложили, сейчас 4 машины могут становиться. 40 квадратных метров выиграли, благодаря Надежде. Понятно? То есть она изобретатель не в том плане, о котором я впереди говорил про Никиту. Значит, я сказал, а вот у нас в коридоре есть люди, я вижу взрослые, они стоят, не заходят. Я сейчас к этому вернусь, это сложная тема. Вот это видит порядок, но ничего не делайте, пока я живой. А когда меня не будет, община решает совет. Сами не выдумайте, не изобретайте. Вот что здесь есть, постарайтесь это сохранить. Это все обдумано было. Какие иконы, какие надписи. Я сидел, искал, молился. И все абсолютно выпрошено в молитве. Мне задали вопрос такой. Ролик я даже поставил. Почему один человек говорит, и говорит грамотно, там академия у него. Его не слушают. А у другого ничего нет, его слушают. Я понимаю, ко мне говорят. Я спрашиваю, вот вы в вузах были, вас кто-то слушал? Как слушал? Ну, священники сидели. И сидели не за худые дела, как, ну, они за права человека боролись. Вплоть до Сахарова. Ни у кого не было 1% того, что было у меня. Почему? У меня ничего нету. Чтобы не хвалился. У меня ничего нету. Но когда говорил, полностью 70 человек, гостодыхание прекращали, ни один не курит. Камера открыта, охранники с 2 этажей собираются, у дверей стоят. Это никто не слышал и не видел. Он говорит, я 30 лет в этой системе работаю, там, офицер, я этого не видел. Приходит офицер, снимает китель, садимся здесь в камере, и все глядят. Я 6-й раз, говорит, ходка у меня, 6 раз судили, я такого даже не слышал. Начальник постоянно вызывает, Соломин Александр Семенович, умер по-христиански. Следователь, краевая прокуратура меня вел, принял крещение здесь, полное погружение. Политотдел, но это самое главное уже против Бога, ничего не бывало. На презентацию книг пришел Линовский Владимир Александрович.
и отношения сохраняются. А как это может быть? Понятия не имею. Который меня курировал с КГБ, Никулин Юрий Михайлович, можно сказать, по-христиански умер. Интеллигент с большой буквы. Это Бог делает. Вот сейчас как раз считали, это благодать, что тебя слушает. Никакие академии не помогут. Здесь все как есть. Вот что такое община? Сейчас везде заговорили. Всегда был приход. Сейчас религиозная организация, сейчас община, общин нету. Единицы общин, ну, может быть, я не знаю, насколько так, какой процент, ну, не больше 1%. Община – это у Сахарова, отца Кирилла Игумена, Московский патриархат. Там 200 метров от храма Христа Спасителя. У него все одеты вот так по форме. Ведет все по старому обряду. И там у него патриарх служит, приходит, и Алфеев, этот митрополит. А после этого обед у него приезжают гости. То есть очень близко к нашему. Но он все время говорит еще, ох, нам как далеко до вас. И когда какой вопрос, они сразу звонят, а что нам теперь делать дальше? Он единственный храм, который не принял ННН. Это чего-то стоит. Хотя он знает, что это не антихрист. Вот иногда спрашивают, рожден человек или не рожден. У рожденного есть признаки. Рожденный свыше от Духа Святого, этот человек имеет связь с Богом. Он молится и слушает ответ. Он не просто книгу читает, Библию, а он это слышит как от Бога. Это Бог полагает на сердце. Что такое рожденный свыше? Вот поверьте, люди, не, без причины, которые не остаются здесь, ни в каком рождении там не было. Почему? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но впереди, посмотрите, кавычки и три точки стоит. Три точки. Это Надежда Ивановна Польгова писала. Абсолютно правильно написано. Не только правильно художественно, а именно по смыслу. Впереди два условия. Без крови Христа никто не спасется, и нет прощения грехов без пролития крови. А впереди написано, если имеем, что? Ходим во свете, как Он во свете, Христос. Да. Не прячемся. Фотоаппарат увидел или снимает, ой-ой-ой-ой, я больше не приду сюда. Вы что, КГБшники какие? Он во тьме. А когда начинаешь говорить, там такое за ним, как за Калининым. Лидер такой, а сейчас, оказывается, убили человека. Она открыла дверь им по знакомству с матерью. Они тоже задушили ее и все забрали. Вот сейчас сидит. Главное за Святую Русь. Лидер. Вот смотрите. Ходим во свете, как он во свете, запятая. Имеем общение друг с другом. Какое это общение? Они не нуждаются. Я сегодня пытался одного юноша задержать здесь. Ни под каким видом. Что он тут говорил тебе, я не знаю. Но главное, что причина мирская. Воскресный день. Они здесь чужие. И сказать нельзя. А почему не сказать-то? Он чужой, он остался чужим. А я не буду ходить. Это свобода. Дверь у нас не запирается. Он как бы грозит уже этим, а я ходить не буду. Ну, что это такое? В такую семью, в такую общину попасть, люди-то посчитай, какие отзывы дают. Из-за границы просятся приехать хоть на несколько дней. Как нынче один, 10 дней был, так весь эфир наполнил. Что я увидел, что слышал, каждый день работал. Вот у нас коридор, это... как человек, когда выходит, оглашенно изыдите здесь. И в коридоре, в этом, начинаешь останавливать, нету, их нету. Они не нуждаются этим. Общение с детьми Божьими противопоказано, что бы ни сказали. Они выслушивают и спрашивают, а про меня говорили, нет, больше ничего. То есть огромное, безразмерное я, эгоизм. Тебя обличает, пойду к обличающим меня. Враги нам лучшие друзья. И что бы мы делали, как Гафт пишет, Валентин, без врагов, что бы мы делали? А вы нас заставляете, ну, оболгали, а теперь вот у меня суд начался с ними. Я тут людей привлекаю, дальше копаюсь в книгах с юристами. А что бы мы делали без них? Засохли. И они нужны, Бог допускает. У Христа были противники, поносители? У апостолов, у пророков гнали, убивали. Не надо этому удивляться. Желающие жить благочестивым будут гонимы. Коридор у нас это как отстойник. Вот у нас кочегарка была, я запретил туда. Кочегарка вырубила сразу несколько человек. Они там что-то шептали, сказали здесь это. Их нету. Практически люди растворились в небытие. И что лучше стало? Почти про всех имею сведения. Лучше не стало. Духовное состояние почти до нуля опустилось. Если не говорить о минусовых, когда враждебность начинается.
Я говорю, дальше там мы очистили для машин, посмотрите, как ставить. Я благодарю. Вот я задал Володе, Володя, а какая причина побудила нас работать несколько дней? Дождь промокали, мы скорее к воскресенью очистить это место. Мусор, вот пойдете мимо, гляньте, это весь мусор от нас. Это не на самосвал не поместить, наверное. А подтолкнула сзади. Понятно? То есть, но она не прикоснулась, а вот здесь, ну, может, как испытание, потому что я тебя знаю, умная, и ты толкнула ее. Ты мне потом объяснишь. Ну, коротко ты объяснила уже. По машинам туда ставить, и когда выезжаете, я всегда прошу, смотрите, полная машина или нет. Даже здорового человека до проспекта довести, это чего-то стоит. Вот в общинах, в крестьянском плане, заботился Столыпин. Петр Аркадьевич, кажется, его звали. Да. Так? Да. Да. Вот в этом было спасение России, в буквальном смысле. Мы его что, застрелили и все. И мне тоже пророчат. За что меня убьют? Запятая, если. То есть, если я тут все откажусь, будешь жить. А нет, значит, крышка тебе. Сейчас статья появилась в московском комсомольце. 18-я прямо вот рядом, на Алтае, которые следы ведут на Алтай под вопросом. Но все написано так, видно, что кто-то руководил ими. Следы радикалов. Да, и батюшку там захватывает. А он там присутствовал у больного Сергея, и как раз этот Калинин там был Александр, который лидер христианского государства, в кавычки называется, тире «Святая Русь». Матильда этот фильм, и они там поджигают машины и бросают визитку. За Матильду гореть! За Матильду гореть, ну, ясное дело. Я заранее составил два ролика и сказал, кто этот заказ, фильм сделан, в каком месте, какие артисты должны быть там, гомосексуалиста подобрали, педофила из Германии. Ну, ясно видно, для того, чтобы выявить, кто ждет спасения, что царь-искупитель, это цари-боженьки. Это умышленно сделано, они вылезли, я говорю, но здесь... Это я месяц назад сказал, ролик стоит. Еще должны вылезти казаки. А это уже вооруженные. Вчера вылезли. Очень грамотное заявление, там на Путина и везде. Мне все спрашивают, а как вы знали? Вы что, пророк? Ничего нет, я просто исследую и вижу. И они вылезли, а для меня ничего нету нового, я это сказал. Казаки вышли. Донские, теперь терские, все будут подниматься. Чтобы фильм этот запретили. Нападают там, Севастьян, знаете, там Поклонская. Она с иконами ходит, она православная. Запретить этот фильм. Ну, на нее нападки. Как ее звать? Яша. Как ее звать? Наталья. 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 Молиться надо за нее. Кто такая? Вот надо знать, о чем молиться. Люди, стоящие там, они этого не знают. Призрак ходит по Европе. А что они молиться? Как сказать? Скажи, ну, чтобы укрепил ее Господь. А ее там дура, она была там в Крыму главный прокурор, а сейчас депутатом стала, а она с иконами ходит тут и мракобеска и прочее. А где она ходит? Я не понимаю. Он просто стоит на молении где-то она с иконами, ну, фотографии. Ну что она? Она, не, она сказала, фильм порочащий, это наша история, царь канонизированный. Лучше всех на это ответил епископ Егорьевский Тихон, который духовником Путина является. Очень хорошо сказал. Об этом говорил, я послушал, Иларион говорит, митрополит Алфеев. И он говорит, и главное, кто режиссер, Алексей, учитель. Учитель с большой буквы. Фамилия, учитель. У какой нации такие фамилии? Тут не надо Меламед говорить. И он решил показать фильм, еврей. И я сказал, дурной фильм. Ничего тут хорошего нет. Митрополит Иларион это дал. Они на что не посмотрели. А как вы? Мне разницы нет. Говорят, а вы видите, какие баннеры там называют, какие там, все это, в Барнауле. Я ничего не вижу. Во-первых, я не лажу нигде, а если иду, я говорю молитву, я вообще ничего не вижу. Ну, а Настя, мы у нее были, говорили. Вы думаете, случайно, что Галина говорит, деньги, куда? Это что-то купить. На это есть очень сильное основание. Деньги пойдут в другое. Пищевую промышленность жидкого вида. Не давать, а помочь надо, вот как она говорит. Теперь я могу дать крупы, что осталось, масло растительное, сахар может быть, и
там вермишели разные, я сегодня им сказал, но чтобы он сам пришел сюда. И дал слово, что никуда, ни грамма, и ни мышам, крысам не скормите. Какие-то сосуды сделать. То есть в следующий раз, Андрюша, если нужно будет, отвезти. И каждый год, я повторяю, это не мое, это мне дали. Далее оно осталось, и каждый год мы стараемся раздать. Так, теперь к юристу вопрос. Меня потащили сюда, и оказывается, сейчас выписывают без домовой книги. Пришел, они там себе отмечают, выписали. А ты прописан в другом городе. Они туда скидывают материал и там выписывают. Мне этого не сделали. Никитина Женя. Я 2 года уже ровно плачу за нее, а она выписана. И выписать пошел, не выписывает, только через суд. А ее здесь у нас и нету. Где там в списках-то, что она выписана? Пошли с домовой, ничего не могли сделать. Это там где-то на Шевченко находится. Узнай, как это, как суд подавать, что там мне бумагу какую-то. А от нее-то можно взять бумагу, что она в другом месте прописана, нет? Она прописана по Теряевке теперь. Ничего нету, там выписано, и больше кто ей ничего не дает. Она ездила Мамонтова, тоже ничего не могла сделать. Я плачу каждый месяц за нее. Но с моей мизерной, минимальной пенсии-то. И Наташа уехала, она прислала бумагу оттуда, плачу уже 8 лет. И не могу выписать. А пускай сама приедет. Из-за океана приедет, чтобы выписаться. Я что должен сделать? А теперь это здесь они должны мне вернуть деньги. И теперь пойди в водоканал, там где мусор-то. И тогда там меня вышибут, должны вернуть деньги. Ничего нигде нету. Я уж не вернуть, хотя бы остановить. Ну, нет людей, я плачу за ней. Не прописать плохо. Прописал. Ума не могу дать дальше еще. Им какую бумагу-то от нее надо? Вы мне скажите, я ей передам. Заявление. Она прислала бумагу с фотографией, что она в Америке. И она даже смотреть ей стала. Нет, она сама должна быть. Что это за правило такое? Заявление. Но сама так уж точно не приедет. Ну это точно. Ну какая там бумага-то еще нужна? Что она житель там прописанная. Что там прописана она. Но у них нет понятия прописки. Вот именно. Вот. У них гражданство. Это и нужно сказать. Вот она должна сказать, что прописки нет, что-то подумать. Надо было ей вовремя выписать. Ну, это коммунизм все продолжается. Надо было, я тоже так считаю. Надо было выписаться перед отъездом. Каждого у нас есть. Заявление может быть. Заявление может быть. Доверие. Так, а надо гражданин другой стороны. Ну, заявление нотариальное. Ну, так. Все, да, что, все. Себастьяна? Заявление нотариальное. Еще перейти к нотариусу, потом заверить перевод. Это не хватит лет на 10 вперед. Только бесплатно, если сумеет достать. Нет, значит, буду платить и все. Так, да, действительно. Татьяна Кузьминична, что вчера кто звонил по Мише Коряковцеву? Ой, звонила соседка, позвонила. Тихо. Там стала затапливать магазин. Ну, ясно, что к нему. А к нему она попыталась, он не отвечает на сотовом телефоне. Говорит, может быть, вы как-то, я думаю, в храме, может быть, он раньше приходил, помогал в субботу. Думаю, может, в храм он пришел. Позвонила вот по вам, нету его. Я, значит, давай звонить ему по этому, по стационарному телефону. По сотовому не берет трубку, поэтому позвонила, долго не отвечал, но потом взял трубку. Взял трубку, я говорю... Там в магазине Миша затапливает. У тебя вода выключена? Сейчас посмотрю. Ну вот он пошел, а я слышу, в дверь звонят уже в этот момент. Уже из магазина к нему стучатся. Вот. Ну и так я пождала. Там нет. Он, видимо, там он действительно, наверное, может быть, затапливал. Ну, все, вечером я ему позвонила. Говорю, Миша, что там у тебя? Да все уже налажено, ну все вроде бы уже. Я хорошо. Говорю, ну ты завтра приходи. Сегодня, почему в субботу, говорю, ты почему не пришел на службу? Он, ну вот там я это самое не мог, что-то, ну как-то так. Я говорю, завтра приходи обязательно. Да, приду. Совсем выбился. Значит, просьба, кто тут есть такие активные наши сестры или кто? Сходить надо узнать и как и что. Он столько добра сделал, человека это просто так бросить, понятно, что пал. Что пьяницы и старцы Божьи не наследуют, определенно, это уже черта подписана. Ну, сходите кто-то. Возьмите с собой кого-то. Кто пойдет, скажите мне сначала, мы
Может быть, даже я сходил бы, или кто-то. Ну, за бороду пытается драться, кидать. Как-то вообще было уже ходить. Сейчас не кидать. Так, теперь спросили Никиту, вернуть Ваню. До свидания, адвокат. Два раза ходила. Да, ну, так, понятно. Умейте вовремя закончить. Там кто-то все время под... Ну, да, так и есть она. Дисциплина вообще нуль. Никите служба будет тяжелая. Обман допускал с самого детства. Обман. Из деревенских женщин о детях, что дальше делать, постоянно приходила его мать, Ирина. Мы вместе молились, и она рассказывала все это. Я уж не беру подробности, да, это и так, кто знает, тут обманул, там обманул. И грамотежка никакая, и легко подается на худое. Ну, кличка сразу пристанет, бык, а дальше все пойдет как есть. Будет делать, будут бить, если где-то заортащится он что-то. Не развитие такого, ни сверху донизу развития нету. Но если поставить на какую-то работу, просто работать, будет работать. Он сейчас даже мне на плотине помогал. То есть помнить о нем, чтобы живой вернулся, ничего больше не прошу. Живой, не калека. Здоровый, крепкий парень. Никак. То есть он родился, он не понял, что он родился. И так просто ветер дует, он шагает. Ветер остановился, он остановился. Никакой. Совершенно никакой. Здесь он только спать может. У нас есть такие, нет. Только сел, он сразу заснул. И ничего нельзя сделать. Единственное, чем можно пробудить молитву. Я в прошлый раз говорил, как Господь сделал, какие были у меня неприятности, и только молился. Никакие следователи не могли бы найти. Уже прошло 7 лет. Представь себе, у меня голубей отравили-то. И вдруг отравитель приезжает и просит прощения. И обнялись. И... Второй нынче сваи, которые жгли. Не... Да кто найдет? Следа нету. И тоже та же самая просит прощения. Это Бог делает. Только молитвой. Его нельзя было ни милиции, ничем. Не брал, не трогал, не был. И доказательств никаких нету. А доказательства у Бога. И Бог прижал. Я говорю, а что тебя побудило делать это? Он не знает, как выразить. Я говорю, зависть, да. У вас все так хорошо, и с людьми, и все. И человек от зависти. И продали Иосифа. Он ничем им не мешал. Зависть. И Пилат знал, что Христа предали из зависти. У меня завистников море. Но Бог как делает? Молитва. Когда за тобой ничего нет, я не носил, напрасно бодрствует страж. Вот так Бог делает. Дальше. Я попросил Володю, чтобы привез сюда. Вот у меня вопрос. А он-то хочет, чтобы за него молились? Да, просил. Просил? Просил. Вот он хочет. Мой. Он хочет. Но то, что Бог поставил на колени, и что он приехал, я говорю, кто знает? Знает там, где ты бываешь-то? Мало того, причащается человек. Я говорю... Сними гнезд с души, взгляни на этот мир, я на тебя ничего не имею. Да дело прошлое, у меня голуби наплодились опять, сваи, мы поехали, ну сожгли бы 3 сваи-то, а мы поехали, заготовили 500 свай, и все обработали, все сделали и забили. Понимаешь как? Ни что не знает, и никому, я говорю, не надо знать. Освободи душу от этого, я тебя простил, на тебе ничего нету, прости у Бога прощения. Ну, живи, радуйся, нельзя, я сделал грех, ну сделал, раскаялся, и на этом все. Хороший вопрос задаешь. Игорь, по этому поводу хочу сказать, братья и сестры, не допытывайтесь, кто и что. Вот непременно начнут, а кто это? А кто это? Да ну, не важно кто. Главное, чтобы ты не был таким. Да. В каком городе, где, чего, мужчина или женщина, человек. И человек этот в большой беде под руководством дьявола. Вот рожденный свыше, я еще хотел сказать, он звук издает. От этих людей звука никакого нет. Они ничего нет, они прилепляются к чужому. На хлебнике. Ну, да все образ надо понимать. Хлеб они едят, может, и свой. Рожденный свыше, он тянется к детям Божьим, имеет общение. У них этого нету. Община сегодня исчезнет, они даже не дрогнут, нету. А община наша не просто уникальная, как сегодня по параметрам смотрели. Вообще, в мировой истории, говорит, этого не было. Мы еще не понимаем, что это.
чтобы вот так вот считали, и мы не пошли на бумагу, славянский язык, мы его, у нас по-церковному славянский, но мы добились, что все библейское считается по-русски. И если это поется, по-церковному славянски, мы самый щадящий образ, и тем более непрерывно занятия идут. По интернету Сергей Павлович ведет трижды в неделю, трижды, представьте, полтора часа, час занятия, полчаса, вопрос-ответ, виноват, прости, я сдвинулся тут. На днях у нас, три дня назад, была небольшая неприятность, я вчера говорил об этом. Когда печку топят, Надя тогда ушла, ее вчера не было. Надя, послушай, это тебя очень коснется. Печка, это голландка, ну, на высоте 11 кирпичей, там 77, кажется, сантиметров, и, ну, меньше. И плита и дверка до красна накаляется, даже лопнули. Так, не отходи. И поэтому окошки-то на теплое ложатся. Но когда она раскалена, кошка-то этого не знает. Она наверху, она прыгает и на нее. И вот этот котенок, это кошка нынче окатилась. Я называю по цвету палевый, паля. Коротко. Дай ее мне сюда. Сейчас, потом Володя сейчас отнесет. Паля, паля. Она на голос откликается, ходит. Ну-ка, Паля, иди сюда. Иди ко мне. Вот она, посмотри. Сколько месяца? Три. И она прыгнула на раскаленную плиту. А я, ну, мы сделали жесть, сразу закрываешь. И где дверка, отсюда, чтобы не запрыгнуть, две жести. Как скипятил, все убрал, и жесть поставил. Не поставили. И она прыгнула, как завизжала, замяукла, и по комнате, и в другую комнату, она, ну, четыре ноги на раскаленную. Ну, какое-то лекарство стало, вот она пришла, ну, тут в моей книге ничего не будет. Посмотрите, Паля, мама у нее, это рыжая. И как только мы за стол там садимся, и у меня звоночек, я звоню, она выскакивает из гнезда, со всех ног сядет, первая молится. Это Мишинова от Лева. А да, ну-ка, вот она какая. 100%. Ну, сейчас можно на ножки ступать, еще только левая, передняя. Ножки, не совсем. Подживают. Зажили. Не зажили, подживают. Палевый свет. Ну, что такое, а? И вот так машет Володя, есть. Я держу, вот так вот она не дается. А здесь вот так вот замерла целый час. Я держу, чтобы не слезала. Она как понимает, что это лекарство для нее. Пожалуйста. Вот наша ошибка. Так, Надя. Вот она. Вот вы берете гликерию. Просьба к Надежде Васильевне отдавать. Раскаленная дверка, она везде лезет. Она в духовку бросила, сколько там игрушек сожгла. Если она упадет, щека останется на раскаленном. И это на всю жизнь. Вам никогда не простят это. А тем более отец там из тюрьмы вернулся. Так, Володя, возьми. Посмотри, какая она мягонькая. И мы не уследили. Все. Что напрыгнуло? И она везде лезет, и будет большая беда. Надюша, у вас-то дома нет этой печки, наверное? Нет. Нету. Я и говорил, кто-то бы сделал, загородил у Надежды Васильевны, ничего этого не будет. Легкомыслие женское. А я возьму, а сама лежит по два дня, больная, не поднимается. Где ребенок, чего и как? Здесь мы водили, так поясок я сделал, и на длинную веревочку, на веревочке ее привязываю. Она совершенно неуправляемая, как говорят, гиперактивная. По гликерии хочу сказать. По гликерии вы не первый раз вот поднимаете этот вопрос. Брат Игорь тоже, вот он наиболее активно по этому вопросу всегда выступал. За гликерию. Ситуация такая, что это вот как по поговорке. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Потому что мы хотим вроде как сделать доброе дело. А по-доброму-то оно не получается. Потому что тогда нужно взять себе в семью и воспитывать этого ребенка. Он где-то воспитывается в совершенно других условиях. Приходит сюда, он за это время никак не исправится за эту службу. Но привносит сюда большую сумятицу в нашу жизнь. Мы уже говорили про это. Поэтому зачем нужно это? Когда я в своей семье постоянно занимаюсь своими детьми и не знаю, что будет с ними. Что выйдет из них. И сколько мы уже знаем, что много читают, много занимаются детьми своими, а мы их не видим все-таки. А тут, что мы сделаем-то?
Да ничего не сделаем. Кроме того, что вносим большую сумятицу. Кроме того, подвергаем общину большой опасности. Брат Игорь прав. Я с ним в этом... Она никто никому вообще, девчонка. И мы говорили об этом уже. Сестры просто не проявляют элементарного послушания. Почему? Никогда тебе ключу, ни к общине. Вы мне сказали, когда Игорь, я и сказал, звони Игнатию Тихоновичу, здесь частный храм, частная территория, чужих сюда не надо. Я позвонила Игнатию Тихоновичу в этот же день. Сначала думаю, дождусь, приедет осенью, спрошу. Ну потом, раз Игорь настоял, я позвонила. Он мне сказал, Надя, я тебя благословляю, все. Там, здесь не на шаг. Понимаете, мы должны тоже избрать такую, не просто отнести где-то. Но здесь смотреть, она не дает молиться, она кто молится. Нет, она сейчас по-другому совсем ведет. Надежда Васильевна говорит, она по-другому. Надюша, она в церкви, говорит, молится. Я прошел, она минуты стоять не может. Я бабке пошли, там деньги-то собирай где-то. Она мигом уже с тарелкой. И бабки говорят, что с ней это, глядят на ребенка. Она совершенно неуправляемая. Я говорю, Володя, это ее так, прадед. Виктор Андреевич, Володя, что, не ходи родители? Сюда в воскресенье и с ней будь, тебе все. Разрешается. Оказывается, она прям ангел в юбочке. Приходи и стой с ней. Он не ходит, он нас зазирает. Что, Игорь? Какие вот эти куры? Ну, вот катализатор это Надежда. Да, да. Две Надежды собрались. Брат Севастьян. Так, тихо. Придумывайте. На ходу. Давайте послушаемся. Вот смотрите, у нас ходят дети с родителями. Это один момент. Здесь родители властны над своими детьми в какой-то степени. Хотя, опять же, нам, когда мы в протоколе написали, что у нас еще и дети присутствуют на собраниях, нам сделали замечание сразу же управлению юстиции. На собрании нельзя. А где их в клетках держать? Дети не до 18 лет не являются участниками религиозной организации. Они могут присутствовать, но они не участники. Слава Богу, хоть могут присутствовать. Вопрос возникает. Это маленький ребенок. Никто из нас ним не властен. Родители могут сегодня разрешить, а завтра написать заявление, что взяли ребенка, повели куда-то, непонятно куда. В секту, да. Тоталитарную. Да. И там виноваты, а что-то еще сделали. Мы обсуждали несколько раз, по лету обсуждали. Это когда приводили ее, и у нас за час службы вечерней, все 10 человек, которые присутствовали, были вымотаны. Потому что это у нас баба Надя была, меня так сейчас мы обсуждали этот момент, это было летом этого, что необходимо взять... Их письменное согласие у родителей, что кто берет этого ребенка, должен взять себе разрешение от родителей приводить на службу туда-то. Да, идеальный вариант нотариальной формы, согласие, чтобы это было. Потому что я с мамой Гликерии не сталкивался. Меня просили, чтобы я с ней несколько раз просили, чтобы встретилась она со мной, чтобы ее проконсультировать надо было. Три раза она до меня шла и не дошла. Я тоже с ней не общалась. Ну вот, в том-то и дело, что там... Подождите, Виктор, давайте... Вот, Надя, ты говоришь, ты с ней не общалась, а кто тебе тогда дал разрешение ее брать? Кто? Если не мама, не папа. Ни мама, ни папа. Господь дает разрешение. Ну, так, я на его скажу. Вот она десятерым не давала. Мне сразу вспомнился один рассказ такой. Когда умер священник вроде там, то оказался в аду. А шофер на горной дороге возил, оказался в раю. И говорит, а почему так? А потому что, говорит, когда священник говорил, службу вел, все спали. А когда шофер ехал по горной дороге, там серпантин такой, все молились. Он их всех спасал. Так эта девчонка десятерым давала настрой, чтобы... Ну, дело-то не то, что она там нам не давала на службе постоять спокойно, да. Ну, нет, это я согласен. Вопрос не в том, что она там мешает нам на службе стоять. Да, может быть, спать не дают, это действительно. Но вопрос-то в другом, что с ее активностью за ней не уследить. Это момент. И могут быть неприятности. А родители сегодня, родители потом пойдут и напишут заявление. И да, ее водили, кто-то водил в секту,
и испортили. Тут речь идет не только не столько о родителях, сколько о Володе. Вот, Володя, он проявляет такую инициативу, заботится о своих родственниках вроде как. А в то же время элементарные условия, которые ему поставлены было, он его не выполняет. Самое сплошное, все. Можно? Да. Ну, у нас, если сестры так хотят помочь, ну, берите опекунство тогда. Да. Вы тогда отвечать будете. Правильно. За нее. А тут всю общину... А тут на часов привела, она хорошая, она добрая. Что случилось? Берите опекунство. Ну, где опекунство? Ну, а как? Сейчас доброе дело сделать, надо взять там разрешение, сходить в милицию, да, там, а вдруг... Сейчас такое время. Как сказали, вот грязный там самарянин лежит. Ты сначала помой, дай мне справку, что у тебя... педикулеза нет, а потом я тебя, может быть, до гостиницы доведу. Абсолютно несравнимые вещи. Это не об этом речь. Так, я вопрос вам задам. Духовная. Так, умеете вовремя тормознуть разор? Вы знаете, что в войну работали, работали именно, были летчики, ну, разные там женщины на войне, наравне с мужчинами. Но в одном им давалась льгота, только в одном. В чем? А ведь речь идет не о двух и трех, а полмиллиона. Женщин. И санитары были, и летчики, это ночные ведьмы звали немцы. И сколько они добра сделали. И только одна льгота была им. Какая? Мужчинам не было это. Также выписывали 100 грамм наркомовские, которые, чтобы не замерзли. Кто знает? Не знаете? Да не летали. 100 грамм им давали дополнительно, то есть другим не давали, мыло хозяйственного. Больше ничего нету. Я в них мылся и вот начал считать. Пузырьки, бутыльки стоят там эти. Для чего-то. Шампуни там с разными это. И где-то насчитал 27, кажется, бутылочки. Все разные. Это надо вам? Не надо. Что интересно, самые такие нации считаются в Прибалтике, это эстонцы, а там финны. И эти более гигиенятся финны. И вот насколько процентов больше гигиенятся, настолько больше дети болеют. Собак, которых моют, они всякой чешуей это заражаются. У нее защитный слой. Ну, маленько там щеткой почистила, все. Они их шампунью там моют и везде. Так и детям. Почему раньше мало люди болели? Они в природе были. Если сейчас только кипяченые, руки вымыть кипяченые, ведро воды на одну ягодку они дома промывают. А другой ест в саду, вот у нас никогда не знали мы. Гальяны, никто аписторхоз не знали. Давнул его, рядом соль, толкнул и в рот. Прямо из речки, с удочки прямо. Есть-то охота. И никто не болел, вообще мы этого не знали. Почему? Всегда ходили босиком. Мать ходила босиком, и отец, ну, он говорил, не босиком, а босиком, как бродяга. И надо в природу войти, как Иванов говорил, Порфирий Корнеевич, не запускать болезнь внутрь. Самое главное, не запущать ее туда. Вот так. Я хотел сказать, что в московском комсомольце там две было заметки. Одна заметка там про батюшку, а вторая заметка про нашу общину. И наша община, вы на полном серьезе знаете, мы все участники радикальной группировки. Понятно? Там конкретно написано. И у нас главная движущая сила это батюшка и наш староста Игнат Тихонович Лапкин, которого до сих пор все помнят по тем сюжетам в лагере православном, где там дети там кувыркаются, и там все-все очень плохо, и он наказанный уже. То, что там они проиграли, суды, никто об этом не пишет. Поэтому, когда будете где-то кому-то что-то рассказывать, сильно тоже не говорите там Лапкин и так далее, потому что, ну, прочитайте эту заметку сами, и все поймете, что там написано. Вот я этот Калинин, это наш лучший друг, который сейчас сидит в тюрьме. Батюшка, его куратор, Игнатий Тихонович, его друг. Они ему помогают строить общины радикальные. А мы одна такая, самая первая община, короче говоря. На основе которой этот Калинин решил всю Россию революционизировать. Так, подожди, я поясню здесь. Дело в том, что, Игорь, они пишут так, что даже если в суд бы подали, нам нельзя никак. Говорят... Или в епархии не раз не соглашались с Лапкиным.
То есть они везде делают такую оговорку. И когда радикальные среды ведут там группу на Алтай под вопросом. Под вопросом. То есть даже если сегодня подам, они в один день отмажут все себя. Критиковали, не соглашались, а критиковали вас. Ну не важно, главное. Неоднократно что... разные партии. Ну они правильно говорят, церкви критиковали. Критиковали вас за да, деятельность. Они критиковали, вашу. Они ну, сошутся ли партию, а мы что скажем? Там было это. Под заголовок такой был. Епархия Барнаульская молится за Игнатия Лапкина. Я узнал это, и на утро газета другая вышла. Игнатий Лапкин молится за перхальное управление. Ну, вы знаете, как, ну, я про корабль скажу. Что-то не заладил, капитан, и старый мех, это старший механик-то. Ну, и надо все записывать, что есть. И капитан на вахте стоял, а тот маленько выпивший, тут пришел, он записал. Этот был выпивший, старый мех. Он пришел утром, смотрит, в журнале записано. Ну, что ты? Ну, я прощался. Я не на вахте был, не дежурный. Ну, ты был, выпишет? Ну, немножко, да. Ну, не мог ничего доказать. Утром приходит, он написал. Ехали мимо, там, мимо грузовой прошел, транспорт, а другое. Капитан сегодня был трезвый. Итак, призываем, будем мыслить трезво. Так что, господа радикалы. Ну, вот тему, а когда статья-то появилась, там батюшка там разговаривает, действительно разговаривает, и этот Александр Каленин там же, и отец Акима, это, а никакого отношения, в то время никакой Матильды-то и не было, он просто спрашивал, а как община у вас основывается, а батюшка... Про батюшку говорят, всем там заправляет Игнатий, а батюшку попа не видно нигде и не слышно. Я говорю, вот ты теперь все. Все, поп, не отмажешься. Крышка, я говорю, тебе. Тебе теперь не выйти отсюда, его пугать. Он стоит и за Лену барабаша так спрятался и смотрит. Никаких, говорю, овечек не хватит рассчитаться. Еще у кого есть слово? Да. Ну, по поводу, вот мы там поговорили, вот этот фонд, он на лечение, для лечения, и перечисляли деньги именно, что лечить. Вдруг там надо было бы препараты покупать, вот это вот, или операцию делать. Может быть, мы поговорили, может быть, действительно отдельный фонд, или пусть вот эта копилка так и будет, не для лечения, а для того, чтобы... Вот я у Насти была, она говорит, ей надо утеплять хотя бы ее комнату, она же у них не доделана, а то, что там паклю все уже вытащили... Тогда вот они купили утеплитель сами, там мало было, помните, тогда помогли, тоже это только угол заделали и все, на это много надо денег. Она говорит, что угля они купили как бы впритык, они не будут круглосуточно, а она мерзнет, она вот сейчас похудела, она вообще мерзнет. И она говорит, мне бы вот утеплить, вот я пенсию дождусь, мне бы занять сейчас, чтобы купить это утепление, а я бы потом отдала, я говорю, Настя, ну... Там может быть на утеплитель. Вот она пенсию ждет, она еще ни одной пенсии не получила. Лучше замазать. Да, на электричество она давала. Лучше мне обогреватель поставить с кроватью рядом. Ну обогреватель это за свет тоже будут тысячи выходить на обогреватели. Мы немного они уж. Просто я вот думаю, если поддержите такую идею, можно было бы вот именно дать им на утеплитель лучше. И она хотела там кого-то нанять. И утеплитель, она какой-то ДВП хотела зашить стены снаружи, где вот ее комната хотя бы. Речь о здоровье. Много вариантов, просто на все нужны деньги. На надежду, на слова. Я думаю, здесь бы так. Бог бы расположил сердце Игоря, может, специально Дыбунова, Игоря Владимировича, не специально его уволили, чтобы он в это дело сделал. Деньги ему, он строится, знает Володя, пока свободен, и чтобы купили и сделали, довели до конца. Да. Ради Господа. Господи. Конкретно надо... Андрей не хочет, я уже ему 3 раза предлагал свою... Не надо предлагать, приходите делать, да. Скажи, нам повели. Не дети. Отобьет же он это. Не разговаривает. Приехать, привезти, ну, пенопласт мог бы довезти. Ну, Андрюша безотказно всегда. Он меня ненавидит просто. Слушайте, привезти куда? Ну, вот Андрей Головач, он безотказный. Он разрешит, Настя сказала, если придет Миша. Вот если Миша придет делать, вот он его почему-то, говорит, ему разрешит почему-то это делать. Ну, знаете, потому что. Догадываемся, почему. А если с братьями придет, знаете, ну побудите, братья. Он где-то разрешит только Михаилу Коряковцеву прийти. Нет, вместе с братьями. Никак. С братьями. Пускай приходит с братьями, на шаг не отпускать. Нет.
деньги в руки можно никому не давать. Я алкашей ненавижу. Деньги можно им не давать, самим оплатить этот материал в магазине. Настя узнала, где продается во Власике строительный магазин, доставку, она все узнала уже. У нее нет денег, она ждет пенсию, она сама это будет делать. Зачем во Власике? Надо брать, Власике, где дешевле всего. Беруа, Монро, самое дешевое место. 2000 доставка. Она узнавала. А я там самая дешевая слышала. Да ладно, как мы предоставим так, уже. Давайте изберем Игоря старшего. Он сейчас команду составит, завтра поеду. Завтра. Зима рядом. Завтра. Конкретно. И сегодня ему деньги, кто может, сразу в руки. Работа. Продукты-то? Продукты как раз поедете. Я продукты дам. Вы будете питаться. Чтобы завтра поехать, никуда, нужны деньги, чтобы купить какие-то материалы. Я никуда не еду. Все, туда? Не надо меня толкать на это. Я никуда не еду. Три раза я ему лично предлагал услуги. Он меня назвал бесом, сатаной, иди отсюда. Все, мне зачем он нужен? Он только узнал, что я к Людмиле Степановне, еще даже не договорился с ней. Он уже убежал от нее. С Дыбуновым не буду. Что еще говорить-то, я не пойму. Мне что, идти опять на работу туда устроиться? Что меня там за бороду оттаскали? Я не... Где меня негативно воспринимать, я ухожу отсюда. Так, Надя, можно добейся то, чтобы... Договоренность была, чтобы он не мешал. По крайней мере, Галя. Игнатий Тихонович, этот вопрос нужно вести работу с Андреем. Нет, нет. Настя нет. мне сказала, он категорически против. Я дословно передаю эти слова. Но, я уже узнавала, говорю, вот братья там побуждают сестры что-то помочь. Как Андрей? Она, он категорически против. То есть мы тут копья ломаем, что-то им сделать, а им это надо. Он не пустит еще. Да у меня тоже дома плохо. И что теперь? Давайте мне деньги, всем деньги. Вы что делаете-то? Сейчас, хоть сейчас приеду помогать. Ну, пожалуйста, к вам-то он поедет. Да дай, пусть они хотя бы один шаг сделают к этому делу. Они делают. Да что они делают? Она еще без денег не получила. И причем Настя, да. Настя, у меня такое впечатление, я уже сколько тоже с ней беседую, по-моему, палец о палец не ударяет, чтобы ему доказать, что он тупая скотина пьяная. Да. Она ничего не говорит ему, и все. Я говорю, ты говорила ему? Говорила? Да, я ему говорил. Что ты говорила? Что она кому говорит? Говорила, постоянно говорила. Сделали электричество. Так, мы уходим куда-то в сторону совершенно. А не в то русло. Давайте остановимся. Конечно. Остановимся на этом. Потому что помолитесь, чтобы Господь все давно все сделали у него. Так, другие темы нет. Сейчас отношения между Настей и Андреем другие, поэтому не надо говорить то, что было прежде. Слава Богу, Господь разумляет и того, и другого. Вот и все. В пятницу разговаривала Галя. С Надей договоритесь, теперь он правильно говорит. Обстановка может быть другая, чтобы он не мешал и будет Игорь во главе. И тогда все изменится. Ну вчерашним днем нельзя жить. Таня Дмуха приезжала с братом со своим родным, с Володей. Туалетом или что она хотела отремонтировать? Сарай. Сарай поможет. Развернули оглобли и уехали. Все. Да. Мне непонятно, зачем метать копья, если он не пускает никого. Он категорически против. Я не знаю, ему надо... Если чужие придут, он не против. То есть мы все должны собрать денег, бригаду нанять. Он не такой сейчас. Болезнь у Насти, он изменился. Вот тут не знаю. Я пятницу. Проверьте еще раз. Я не знаю, насколько он изменился. Я вот не против этих всех. Мы говорим о вчера. А он может другой быть. Так. Валентина, слушай, Валентина Павловна. Игнат Тихонович, мы, мне кажется, вот этим вот только приучаем его ничего не делать. Вот испокон веку они уже привыкли настолько ничего самому не делать. Придут, сделают. Денег дадут, сделают. Я не против помогать тоже. Но... Он уже ничего не хочет. Но если бы он один жил, дети, четверо детей мертвых, чем мы рассуждаем? Она сейчас, нуждается. Дети сейчас работают на двух работах. Не пьет. Заботится. Общение с детьми совсем другое стало. Дети его видят теперь в другие. Они дети поднялись сами строить, начали там углярку, все. Обстановка другая. Да, работает. Работает, вам говорю. И он приходил уже к Насте несколько раз. А то можешь заговорить-то не работает. Он из Валентины приезжал, и один приезжал. Я его сам видел. Так что, ну, давайте будем молиться, чтобы Господь его укрепил вот в этом. Конечно. Что он теперь уже стал другим. Да мы об этом остановим. Молимся, Виктор Андреевич. Ну и все.
сам двигается. Как не молятся-то? Так, Игнатий Ильич, я думаю, что ваш авторитет для него тоже какой-то сохранился. И вот если вы собирались беседы, поехать, ага, посмотреть там и вместе и поговорить с ним, это было бы сам идеально. Да, конечно. Чтобы он хотя бы пустил. Подумайте, помолитесь. Только я сегодня сказал детям, я продукты дам следующее, чтобы он был здесь. И они, да-да-да, то пусть проработает это время. Хорошо, хорошо. Значит, я с Настей об этом тоже поговорю. Молимся. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Настя благодарит всех. Так, ключи, Настя благодарит за молитву и за моральное поддержку. Ключи вернуть.